Чарующий аромат и богатый ассортимент камчатского улова. Сегодня в Рязани можно приобрести рыбу прямо из краев вулкана. Выставка продажи икра и рыба камчатская расположена у торгового центра «Премьер». Витамины и микроэлементы весной для организма жизненно важны. В морской рыбе их в избытке. На прилавках палтус, нерка и гордость продаж – самый крупный вид из тихоокеанских лососей – чевыча. Я купила икру, купила чавычи слабосоленые. Первый раз здесь? Нет, я всегда хожу на эту выставку. Очень вкусно и нравится. Хожу уже постоянно. Белорыбицу. Мне очень понравилось, поэтому я за ней пришла. А помимо белорыбицы еще что-то брали? Ну, конечно, брала. Брала еще чавычу. Тоже очень вкусная. А какую рыбу вообще любите, расскажите? Все вкусные рыбы. Также на выставке продажи икра и рыба камчатская есть и другой камчатский деликатес. Это икра. Состав натуральный, как уверяют продавцы. Только соль и сама икра. Она богата витаминами А, Д, Е, а также белками, фосфором, кальцием и полинасыщенными жирными кислотами. Икру в баночках брать, это неизвестно что. Поэтому здесь, хоть она открытая, между прочим, они все дают на пробу. Буквально все. Купила белорыбицу и чавыча. Бабушка очень захотела. Я вообще люблю красную. А этот заказ был для бабушки. Первый раз здесь покупаете? Нет. А как вам вообще рыба? Нравится? Нормальная. Здесь? Хорошая. Любую ем. Вот. И в холодном копчении, горячего покупаю. Успеть приобрести и попробовать свежие, вкусные и любимые рыбные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом до 2 апреля. Выставка продажи икра и рыба камчатская ждет вас. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».